Привет, вас, мой друг, и в этом видео мы создадим, настроим и верифицируем PR кошелек. Если вы хотите обучаться и зарабатывать на нашей платформе, вам обязательно понадобится кошелек PR. Потому что абсолютно все ваши выплаты партнерской программы за привлечение новых участников на нашу платформу будут поступать на PR кошелек, указанный вами при регистрации. Что касается других платежных систем, с ними мы сотрудничать не будем, но с PR вы можете без проблем выводить ваши деньги абсолютно на все популярные электронные кошельки и банковские карты. Также напоминаю вам, что деньги не хранятся в системе платформы, они моментально поступают на ваш PR кошелек, для того чтобы вы не ожидали вывода средств, а также чтобы ваши деньги находились в безопасности и вы могли сразу же распоряжаться ими по своему усмотрению. Теперь перейдем непосредственно к созданию кошелька. Ссылка на регистрацию кошелька PR будет находиться в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Переходите по данной ссылке и попадаете на стартовую страницу создания кошелька. Нажимаете на кнопку «Создать кошелек». Далее указывайте обязательно рабочий email адрес и вводите капчу, цифры, которые указаны на картинке. Галочку оставляете, нажимаете «Продолжить». Мы видим окно, что для завершения регистрации, пожалуйста, введите код, который мы отправили вам на email. Заходите в ящик электронной почты, который вы указывали при регистрации, и видите, что вам пришло письмо от кошелька PR. Открываете его. Копируйте вот этот код и вставляете его в соответствующее окно. Нажимаете кнопку «Подтвердить». Сразу же PR предлагает вам использовать либо предложенный пароль данный, либо вы можете сразу же изменить здесь пароль. Обязательно сохраните все эти данные. И пароль, и секретное слово, и имя аккаунта. Вот это имя аккаунта, собственно, и есть номер вашего кошелька. Я в данном случае оставлю все как есть. Обязательно сохраните все эти данные, еще раз вам повторю. Потому что если вы вдруг забудете пароль, у вас PR кошелек попросит секретное слово. Ну и также, конечно же, все эти данные, которые PR вам предлагает на данной странице, помогут вам обезопасить ваши средства. Нажимаем кнопку «Далее». Отлично, все. Мы с вами создали PR кошелек. Теперь давайте пройдемся по основным настройкам, которые вам необходимо выполнить изначально, но и также немного разберемся с функционалом. Также PR кошелек вам напоминает, чтобы вы сохранили данные авторизации в надежном месте. Это логин, пароль, email, секретное слово и MasterKey. Обязательно сохраните их. В своем компьютере создайте какой-то отдельный файл с логинами, паролями. Ну и также я вам рекомендую куда-то их записать в какой-либо блокнот, в котором у вас хранятся важные сведения и важные данные. После этого можете нажать кнопку «Я сохранил». Все, это окошко у нас скрылось. Что мы здесь видим? По сути, это главная наша страница. Здесь мы видим баланс в различных валютах. Также ниже вы можете найти ваши операции, когда вы будете производить переводы средств, вам будут поступать выплаты и так далее, сможете здесь посмотреть историю этих операций. Во вкладке «Мои авторизации» будут, собственно, отображаться ваши авторизации. Пройдемся по другим вкладкам. Для того, чтобы пополнить счет PR кошелька, для покупки обучающих пакетов на нашей обучающей платформе, заходим во вкладку «Пополнение счета», выбираем здесь «Баланс рубли», и далее выбираете ту платежную систему, с которой вы будете пополнять. Как вы видите, выбор здесь довольно-таки большой. Вводите необходимую сумму. Здесь также ставите рубли. Вам высветится, сколько, какая сумма к оплате. И далее нажимаете кнопку «Пополнить». Таким образом, ваш баланс PR пополнится, и вы далее сможете открыть обучающие пакеты. Когда вы уже получите какой-то заработок, заработаете какие-то деньги, можете зайти во вкладку «Перевести». Здесь выбираете систему, на которую вы хотите перевести: электронные кошельки, мобильные операторы, либо банковские карты. Вводите номер карты, вводите сумму. Также PR берет определенную комиссию в зависимости от того, на какую платежную систему вы будете переводить.
и нажимаете кнопку «Перевести». Таким образом, вы можете абсолютно на любые электронные кошельки, банковские карты и на другие реквизиты, например, на мобильные операторы, вывести ваш заработок из нашей платформы. Как я уже говорил, абсолютно все заработанные вами денежные средства в нашей обучающей платформе в системе не хранятся, они моментально поступают на ваш PR-кошелек, и далее вы можете их уже отсюда выводить на те реквизиты, с которых вам удобнее оплачивать. Также вы можете воспользоваться обменниками. Дальше, что здесь есть еще? Можете совершить обмен средств, посмотреть курсы популярных криптовалют на бирже. Также, если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно PR, переходите в эту вкладку с диалогом и можете задать свои вопросы в службу поддержки PR. Переходите во вкладку «Новое обращение», выбираете здесь тему вашего вопроса и пишите «Новое сообщение». Вернемся с вами на главную страницу и поговорим о тех настройках, которые вам необходимо выполнить. Переходим в раздел «Настройки», «Безопасность», и я вам рекомендую привязать сюда мобильный телефон. Вводите номер вашего действующего мобильного телефона. Далее вам придет на этот мобильный телефон код подтверждения. Вводите код подтверждения и нажимаете кнопку «Подтвердить». Таким образом, вы сможете усилить безопасность вашего кошелька. Теперь, что касается верификации. Наводим курсор мыши на номер нашего кошелька и видим «Персонализация нет». Нажимаем на вот эту кнопочку «Перейти». В эти поля вводим ваше настоящее имя и фамилию, а также вам необходимо загрузить две фотографии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего адрес вашего проживания. Можем навести курсор мыши на этот вопрос, и PR покажет нам подсказку. Загрузите сканированную копию или фото внутреннего или загранпаспорта, водительское удостоверение, либо военный билет. Я не делал сканированную копию, я сделал фотографию на свой мобильный телефон, и все удачно прошло, я без проблем прошел верификацию кошелька. Поэтому вы также можете не делать сканированную копию, просто качественное фото. Необходимо сделать фотографию главной страницы вашего документа, например, паспорта, а также необходимо сделать фотографию документа, подтверждающего адрес вашего проживания. Например, загрузить сканированную копию или фото страницы прописки в паспорте. Собственно, здесь все пояснения есть. Для того, чтобы загрузить эти документы сюда, нажимаем на кнопочку «Выберите файл», загружаем фотографию главной страницы нашего паспорта либо другого документа, подтверждающего личность, нажимаем на кнопку «Открыть», и документ загружается сюда. Точно так же аналогично нажимаем на кнопку «Выберите файл» и выбираем фотографию с подтверждением нашего адреса проживания. Также нажимаем кнопку «Открыть», документ загружается сюда. После этого нажимаем на кнопку «Отправить на проверку», и у вас появится окно, что ваши документы ожидают проверки. Также на указанный вами при регистрации кошелька PR email адрес придет оповещение о том, что документы успешно отправлены на проверку. Верификация PR кошелька проходит довольно быстро. Мои документы проверили всего лишь за 30 минут, несмотря на то, что я делал это в воскресенье, в выходной день. Поэтому много времени у вас это, скорее всего, не займет. После того, как ваши документы пройдут проверку, если все хорошо, вам придет оповещение на указанный при регистрации PR кошелька вами email адрес о том, что ваш кошелек идентифицирован. Обязательно пройдите идентификацию вашего счета, чтобы ваш кошелек в будущем не заблокировали, когда вы будете постоянно получать выплаты. После прохождения идентификации тип вашего аккаунта перейдет в верифицированный. На этом все. Создавайте, настраивайте и верифицируйте ваш PR кошелек.